Да, Олег устал. Но ему не привыкать. И снова хороший раунд. Вчистую, по-моему, за Олегом. Да, Филдсу досталось в этот раз. Вот сейчас впервые мы видим, как Филдс просто прячется. Раньше он бравировал своей неуязвимостью. Сейчас, видно, чувствительно достал его Олег. Седьмой раунд из 10. Это что, у Олега капа вылетела? Кинванда тут жестикулирует. Могу сказать, да, Олег, если не пропустит жесткого удара, надо признать, что как боксер он явно прибавил. Раньше он был проще. Перекрыться надо с этой стороны Олегу, явно. Вот-вот-вот, чего следует опасаться. Филдс тоже начинает уставать. Но восстанавливается быстро. Маленькая пауза, которую дает рефери. И все, он опять в строю, что называется. Седьмой раунд, на мой взгляд, за Маскаевым. Но бой оказался на удивление тяжелым. Очень плотным, очень насыщенным и действительно с интригой. Риск большой. Маскаев буквально вырывает каждый эпизод. Да, новый тренер говорит, что действительно отрывая от Филдса, нужно все-таки выбрасывать парочку джебов с тем, чтобы погасить ответные от контратаки Филдса. Только Акакинванде крикнул «Будь первым!», Филдс атаковал, и Олег тут же всадил несколько ударов в голову. Хорошо, хорошо.
Стоп! Один Ванда кричит: дави, прессингуй и бей снизу. Ни разу еще в этом раунде Олег плотно, что называется, не поставил кулак на цель. Но несколько четких попаданий было. Да, Олег в своей стихии. Рубка, неуступчивый бой. В этой дистанции грозит ему поражением, но он все равно туда идет. Ведь он же как боксер лучше, мы знаем, чем Филдс. Он доказал это в предыдущих раундах. И кому нужен этот риск, я не знаю. Самолюбие. Это фактор, который и помогает, и иногда мешает бойцу. Да, вот то, что требовал от него тренер. Он... Последняя минута восьмого раунда. Олег небольшой спец был двигаться на ногах. Мы никогда не видели поскока в его скулах. И будьте уверены, сейчас в конце боя Филдс, что называется, попрет. Будет давить, прессинговать, толкать. Тяжело. Олегу тяжело, да. Это видно. Но в принципе, как мне кажется, он выигрывает больше эпизодов, чем Филдс. И на мой взгляд, бой выигрывает. Боюсь сглазить. Вот начало раунда. На один удар Филдса Москаев отвечает четырьмя. В углу Москаева говорят, что был хороший раунд предыдущий. Предпоследний раунд. Почти истерика в углу Филдса. Отойди от него, оторвись, оторвись. Да, Москаев есть Москаев. Какая воля, какое умение терпеть. В тяжелом бою, прямо скажем, пришла эта победа вполне заслуженно. Так, коротко обнялись они с Филдсом, потому что Олег, он настоящий профессионал. Он понимает, как тяжело было не только ему, но и его противнику. Это зрелые ребята, знающие, почем фунт лиха на профессиональном ринге.
Я думаю, что этот бой бы украсил любое шоу в Америке. Мы приглашаем заместителя председателя Верховной Рады Украины Александра Зинченко для награждения спортсмена, президента компании Millennium Events Incorporated, признанного лучшим промоутером профессионального бокса 2002 года Влада Уортона. Влад Уортон. Да. Бросили полотенце, по-моему, из угла Филдса. Да, Филдс молодец, надо сказать. Очень прочный боец. Кто угодно бы сейчас уже три раза скучал бы на полу. Он все вытерпел. Нешуточные удары Олега Москаева.